Конечно, все мы знаем, что без чеснока никак не обойтись. Все хозяйки умеют применять чеснок в кулинарии. Также чеснок широко применяется в народной медицине и в косметологии. А еще оказывается, что чеснок поможет вам и в домашнем хозяйстве. Есть реально работающий трюк с чесноком. Никто не застрахован от того, что может треснуть оконное стекло или стекло в мебельном шкафу. Если это произошло, то вам поможет чеснок. Каким же образом, спросите вы? Вы, вероятно, замечали, когда разрезали чеснок, что руки от него покрываются тонкой липкой пленкой, и их приходится отмывать от нее. Это обусловлено тем, что в чесноке очень высокая концентрация полимера фруктозы. Именно он отвечает за липкость чеснока. Таким образом, в чесноке есть естественный полимерный клей, который поможет вам в хозяйстве. Вы действительно можете отремонтировать треснувшее стекло с помощью чеснока. Просто разрежьте зубчик чеснока вдоль и осторожно, чтобы не выдавить стекло, натрите трещину чесноком. Затем снимите излишки сока чеснока бумажным полотенцем и дайте просохнуть. Вы увидите, что трещина заполняется чесночным соком, который, высыхая, заполняет и склеивает трещину. Это предотвращает увеличение трещины и сделает ее менее заметной визуально. Понятно, что этот способ не может вернуть стеклу его первоначальную целостность, и рано или поздно вам все-таки придется заменить его. Но на какое-то время чеснок вам поможет. И да, если стекло разбито сильно, то чеснок, конечно, не спасет. Этот метод работает исключительно на небольших трещинах. При нанесении чеснока на потрескавшееся стекло, будьте осторожны, не выдавите его и не порежьтесь. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.